В памяти Муслима Магомаева в Саратове на концертной площадке Национальной деревни в Парке Победы прошел концерт, посвященный великому певцу. Саратовские вокалисты исполнили перед зрителями самые известные песни «Королева красоты», «Надежда», «Свадьба». По словам организаторов, Муслима Магомаева многие народности считают своим исполнителем. Азербайджанец по национальности, он стал любимым певцом у миллионов людей не только в России, но и за границей. В 2015 году на территории нашей области планируется учредить фестиваль памяти Муслима Магомаева. В нем смогут принять участие все желающие. По словам гостей концерта, песни исполнителя знают не только люди среднего возраста, его творчество знакомо и молодому поколению. Песня «Азербайджан» – это очень патриотическая песня, и сам Муслим Магомаев был патриотом. Народ все-таки слушает его, народ любит его вне зависимости от национальности. И поэтому культура, она не имеет национальности. Если она хорошая, она хорошая. Если она объединяющая, она объединяющая. Сегодня все это нужно народу, мы проголодались. Нам уже попса, так будем говорить, уже стоит поперек горла. И вы видите, она не имеет под собой такой почвы, как годы прошли, а Муслима народ любит, люди помнят его. И действительно, вот стихи написали, он пел без фанеры.